преподаватели отдела народных инструментов детской музыкальной школы номер 1 имени Ивана Алчевского. Представляем город Алчевск молодой Луганской Народной Республики. Нашу республику населяет более 80 народностей. Через несколько поколений педагогов мы, бывшие выпускники, а ныне преподаватели этой школы, продолжаем традиции наших педагогов прививать нашим детям любовь к труду, жить в мире, ценить музыку народов земли. Отдел народных инструментов стоял у истоков образования музыкальной школы, а это в далекие 50-е годы 20-го столетия. И стремление к духовному развитию, дружбе, гармонии есть наша основная задача в воспитании и обучении детей 21-го столетия. Все преподаватели нашего отдела являются участниками ансамбля преподавателей. Есть у нас на отделе оркестр народных инструментов, детский инструментальный ансамбль «Калинушка», ансамбль народной песни «Веснянки». Но в основе школы лежит обучение детей индивидуальному исполнительскому мастерству. Это проходит 2 раза в неделю по 45 минут. Обучаем детей на таких инструментах – балалайка, домра, баян, аккордеон, народное вокальное пение, гитара. Я хочу представить преподавателей отдела народных инструментов. Семенюк Татьяна Евгеньевна, преподаватель по классу домры. Мичко Инесса Яковлев, преподаватель по классу домры балалайка. Голева Ирина Михайловна, преподаватель класса домры гитары. Рябченко Иларион Борисович, преподаватель класса гитары. Сташкин Геннадий Владимирович, преподаватель класса гитары. Логвинова Татьяна Владимировна, преподаватель народного вокала. Кочетов Николай Иванович, класс баяна. Свешников Виктор Алексеевич, руководитель оркестра народных инструментов. Мы, преподаватели народного отдела города Алчевска, желаем всем участникам фестиваля успехов. Спасибо за внимание. Thank you.
Yeah.
Aleluya, 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 ale
кожемак, жінка кожемак. Ой, так чи не так, нехай буде спростамак. Ой, так чи не так, нехай буде спростамак. Слава в мужі рибу, жінка каже рак, жінка каже рак. Ой, так чи не так, нехай буде з риби рак. Ой, так чи не так, нехай буде з риби рак. Слава в мужик заїку, жінка каже шпак, жінка каже шпак. Ой, так чи не так, нехай буде сайки шпак. Ой, так чи не так, нехай буде сайки шпак. Купив мужик штані, жінка каже фрак, жінка каже фрак. Ой, так чи не так, нехай буде штані фрак. Ой, так чи не так, нехай буде штані фрак. Ой, так чи не так, сайка, риба, штані, фрак, все.
Thank you.